Друзья мои, настало время поговорить о такси, за такси. Вот. Для меня лично остается огроменной загадкой, за что частному бизнесу дали такие преференции, такие как право ездить по выделенным полосам. Лично для меня это не является общественным транспортом. Это обыкновенный частный бизнес, который дерет три шкуры, когда происходит какое-то ЧП. Будь то дождь какой-нибудь жуткий, или какая-нибудь техногенная авария, или что-то похуже, они всегда задирают свои цены. Вот. Точно так же я помню, как задрали цены на обыкновенную воду в палатках, когда произошла авария в Чагино. Вот. И до сих пор мне остается совершенно непонятным, почему и, главное, за что им дали такие вольности. Если вы согласны со мной, поставьте, пожалуйста, лайк и поделитесь с друзьями этим вопросом. Если нет, то тогда обоснуйте, в чем я не прав. Если уж вы дерете три шкуры, когда что-то случается, то вы обыкновенные шкуродеры. Вот, и не имеете никакого права ездить по выделенным полосам. А если вы типа приближены к общественному транспорту, то будьте любезны соблюдать тарифы по оплате и не смейте задирать цены. Вот такая у меня позиция. Надеюсь, она вам по душе.